Сегодня в новостях Galaxy J5, Xiaomi Redmi 5, Huawei Nova 2S и верни актив. Всем привет, я Макс, и сегодня посмотрим новости за 5 декабря. Первые подробности о Samsung Galaxy J5 Prime 2017. Внешний вид устройства пока неизвестен, но разница с прошлым годом будет малозаметна. По начинке известно следующее. Процессор будет 8-ядерный от компании Samsung. 3 ГБ оперативной памяти, 5-дюймовый дисплей с разрешением HD. Камеры на 13 мегапикселей и 8 спереди. Предполагаемая стоимость данной новинки – $250. Свежие подробности о смартфонах Xiaomi Redmi 5 и Redmi Note 5. Сегодня известно, что смартфоны презентуют 7 декабря, и в сети уже появились официальные рендеры устройств. Также стали известны некоторые параметры смартфонов. Дисплей в обоих аппаратах будет с соотношением сторон 18:9. То есть, можно сказать, безрамочный. Xiaomi Redmi 5 Plus получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а Redmi 5 чуть меньший размер дисплея в 5,7 дюймов с разрешением HD+. Также известно, что камеры будут на 12,5 мегапикселей для селфи. Центральным процессором новинок станет Snapdragon 625. Вероятно, потом появятся и другие модификации с другим процессором. Стала известна дата презентации Huawei Nova 2S. Сегодня компания уже разослала приглашение на презентацию нового смартфона с новым типом дисплея, которое состоится 7 декабря, собственно, в тот же день, что и у компании Xiaomi. Из особенностей данного смартфона – это его дисплей с узкими рамками со всех сторон, а также сканер отпечатков пальцев расположился на лицевой стороне. Данная новинка поступит в продажу по всему миру, и ее предполагаемая стоимость от $400. Официально представили защищенный смартфон Верни Актив. Аппарат отличается от конкурентов тем, что имеет защиту от воды IP68, а также обладает рядом интересных характеристик. Это дополнительная защита по военному стандарту США, USB Type-C, NFC, аккумулятор на 4200 мА с поддержкой быстрой зарядки. А также смартфон выглядит стильно и имеет небольшой вес 190 грамм по сравнению с конкурентами. Смартфон сегодня оценивается в Китае в $320. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Если понравилось видео и хотите поддержать канал, обязательно жмите лайк и подписывайтесь. А также, если нужен совет по выбору смартфона, пишите свои вопросы под данным видео, либо обращайтесь в группу ВК. Удачи и пока!